притча о блудном сыне. У человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Старший же сын его был на поле и, возвращаясь, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение твое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки, 15 глава. Давай разберемся. Был ли прав младший сын? По человеческим меркам он поступил неправильно и растратил свое наследство еще при жизни своего отца. Он и сам чувствовал себя недостойным. И по справедливости его должно ожидать возмездие, не так ли? Он должен жить в нищете до конца своих дней и каждый раз осознавать тяжесть своего проступка. Так думал старший брат. Так же размышляли и фарисеи. Может, так думаешь и ты? Когда мы хотим справедливости и возмездия, не жаждем ли мы увидеть грешника лучше уничтоженным, чем спасенным? Осуждая и стремясь воздать по заслугам тем, кто нас обидел, мы огорчаем этим отца. Ведь сердце Бога совсем другое. Он всегда с любовью ждет покаяния и возвращения каждого из своих детей, готовый простить все грехи. Прямо сейчас попроси Небесного Отца открыть тебе эту любовь и делись ею с тем, кто на первый взгляд этого не заслуживает. Окажи ему поддержку без осуждения, ходатайствуй за него в молитве перед Богом. Ведь когда мы любим, мы непобедимы. И все, что есть у Отца, принадлежит нам. Будь тем, кто щедро делится любовью и принятием, и кто знает, возможно, именно твои действия помогут человеку открыть сердце для Бога.